Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 6 декабря 2023 года. И для дочки нашей Фимочки Лилуши вяжу на заказ 3 костюмчика. Один из которых вот с новым узором. Вот такие вот красивые, на мой взгляд, переплетения. Очень плотная вязочка получилась. Толстый такой добротный костюмчик. Из пряжи Ализе Лана Голд Классик. Это пряжа 50% шерсть, 50% акрил. И она очень толстая. То есть вязка плотная. Свитер такой добротный, зимний. К нему еще шапочка в комплект. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение насчет узора. Вот такая получается. Обережные арканы. Так, сейчас попробуем немножко подсветку. У меня, конечно, тут кошмарит. Прикольно, мне кажется, да? Намного красивее в жизни смотрится. Просто тут у меня подсветка гуляет. И маленькая изюмка хулиганит. Ну, не знаю, мне кажется, оригинальный рисунок такой. Имеет право быть. Так, я бы, конечно, связала все это гораздо быстрее. Примеряю на Фиму, потому что размер соответствует Лилушкиному. Связала бы все гораздо быстрее, если бы не вот эта помощница, которая постоянно у меня тут, мало того, что спит на нитках, хулиганит всячески. Но вот я успела связать 2 костюма. Повторила костюм по просьбе Леночки, мамы Лилуши. Беленький с рюшечками, только из пряжи альпака. И взяла вот такой рисунок. Это резиночка с вот такими косичками красивыми, которые я вязала в 2022 году. Почему? Значит, альпака от фирмы Ализе, она, значит, такая, знаете, не тонкая, не толстая. В отличие от Ализе Лана Голд Классик, она, конечно, тоньше. И так как костюм у нас зимний, вот такая вязка, резиночка вот с такими косичками, она получается гораздо плотнее, она как будто двойная за счет вот этих переплетений. И, на мой взгляд, на зиму получается более такая, ну, добротная, теплая вещь для зимних прогулок. Рюши по просьбе Леночки связали все. Рисунок со спины плавно переходит в животик и в грудь. Все уже примеряла на Фиму. Все подходит, все соответствует. И сейчас буду вязать из альпака лиловая со вставочками альпака беленькая. Еще один костюм для Лилу по просьбе ее мамочки. Так, Юма, ты посмотри. Так, вот зараза какая. Вот с этой Юмой невозможно ничего делать. Вот. Поэтому, ребят, прощаюсь с вами ненадолго, пока мне Зюма тут ничего не испортила. Ну, нереально с этой Зюмой ничего вязать. Бандос маленький. Все, всем пока-пока и до новых встреч.